В этом репортаже мы хотим рассказать о небольшой части циркового реквизита нашего друга Дениса Клопова. Речь пойдет о маленьких зонтиках, при помощи которых он показывает свой номер с вращающимися мечами. Многие видели этот номер издалека, но мало кто разглядывал при этом сами зонтики. Их изготовила близкий друг Дениса, художник-бутафор Татьяна Романова. И это не просто цирковой инвентарь, не просто зонтики, а настоящее произведение искусства. Сейчас мы их вам покажем поближе, чтобы вы все рассмотрели. Овца зависает на всех облаках, копируя тон и манеры осы, а семь музыкантов с гитарой в руках играют кусочки попсы для овцы. Я невероятен и так бесполезен, я создан из пятен, я вышел из песен, я выпал из книги, я выплыл из саги. Дракон на ладони, узорная спинка, я вычурен, вырезан, словно снежинка из влаги прозрачной бумаги. Но магия вот вызывает фантазию форм. Тонкий хребет — мой ответ на волнение и шторм. Но магия вот вызывает фантазию форм. Тонкий хребет — мой ответ на волнение и шторм. Но дни беспокойны, а сны откровенны, объявлены войны, обрушены стены, призывные струны, приливные струи. И кони морские все рвутся, кони морские все рвутся и рвутся из каменной сбруи. Нелегка жизнь морского конька, нелегка жизнь морского конька, нелегка жизнь морского конька. Вот такая неописуемая красота.